Всем привет! Видео о бороде или о современных мужчинах. В последнее время я часто замечаю очень много на улице бородатых мужчин. Нет, видео как раз не о том, не о тех бородатых мужчинах, которые носят их из-за религиозных соображений. Нет, это о современных мужчинах, которые носят, потому что это модно. Так вот, поехали. Когда идет по городу такой мужчина, бородатый, зачастую они нагелены, волосы, от него хороший парфюм, в татуировках, где-то иногда некоторые из них немножко уже там с пузиком ходят. И глядя на таких мужчин, я начал задумываться, почему они носят бороду. Даже на фоне этого появилось много барбершопов, где приводят бороду в достоверный вид. Так вот, задумавшись об этом, я начал понимать это так. Испокон веков борода – это признак зрелости мужчины, признак его самодостаточности, самостоятельности. Скорее всего, такой мужчина – это сильный, независимый, добытчик такой. И глядя на такого мужчину, женщины волей-неволей видят в нем потенциального ухажера, будущего мужа. Но возвращаясь к молодым людям нашего 21 века поколения, видишь иную картину. Присмотревшись, ты видишь не того брутального самца, который, не сказать, испокон веков там был кормильцем семьи. Зачастую делятся, опять же таки, на несколько категорий. Одни из них — это мужчины, которые любят путешествовать. Приключения какие-то, путешествия. Кто-то в горы уходит, кто-то в море по много недель. Но, опять же таки, возвращаясь в город, почему бы не побриться, да? Опять же таки, как вижу это я? Допустим, когда я иду в горы, там можно взять все, кроме бритвы. Она там действительно не нужна. Во-первых, тебе там некогда будет бриться, потому что ты постоянно лазишь. Во-вторых, бриться — это значит нужна вода, значит нужно где-то скроить этот несколько грамм воды для того, чтобы побрить бороду. Поэтому это без надобности. Так же, как и в море. В море постоянно где-то качка, где-то ты плаваешь, ныряешь, опять же таки лазишь там вдоль берегов, где-то по скалам, по горам. И это без надобности бритва. Это понятный случай. Но мы не об этом. Идет по городу мужчина в чистой рубашке, бородатый, с татуировками, иногда уже такой уставшенький, пузико такое нагеленный. И думаю, неужели он, женщины в нем видят альфа-самца, того, о котором я говорил ранее? Ведь он не только в горах никогда не был, так он, мне кажется, и грязную рубашку-то в жизни не видел, потому что ему, скорее всего, стирает это либо машинка, либо мама. А если у такого мужчины это брать сотовую связь или электроэнергию, так он с ума сойдет, потому что он в цивилизации пропитан. Поэтому, глядя на таких мужчин, мне кажется, не стоит искать в них того брутального самца. Поэтому, если девушки смотрят на них как на потенциальных мужей будущих, будьте бдительны. Не всегда за брутальной бородой скрывается мужчина. Зачастую это обычный мальчик, который не может себе погладить рубашку, даже приготовить завтрак. Вот такие вот мысли о бороде. Спасибо за внимание.